Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Юнит 1, упражнение номер 3 из раздела Homework, домашняя работа. Answer any three questions from the advertisement in written form. Ответьте письменно на любые три вопроса из объявления. Я отвечу на все 5 вопросов, а вы выберите для себя любые 3 из данных, предоставленных вам вопросов. Well, первый вопрос прочитаем, переведем. Вопросы сначала, а потом на них ответим. Can you describe yourself in 5 words? Могли бы вы описать себя 5 словами? Второй вопрос. What would you most like to change in yourself? Что бы вы хотели изменить в себе больше всего? Третье. What's your motto? Какой у вас девиз? How do you see yourself in 10 years' time? Каким вы видите себя через 10 лет? И пятое. How do you see our planet in 10 years? Какой вы видите планету нашу через 10 лет? Отвечаем на первый вопрос. Yes, I can. I am friendly, hardworking, kind, shy and creative. Да, я дружелюбная, работящая, добрая, застенчивая и творческая. Ответ на второй вопрос. Most of all, I would like to be more successful and less shy. Больше всего я хочу быть более успешной и менее застенчивой. Ответ на третий вопрос. My motto is all in good time. Мой девиз – все в свое время. Ответ на четвертый вопрос. To my mind, in 10 years I will be a teacher of computer science in a university. По моему мнению, через 10 лет я буду учителем информатики в университете. И остался у нас пятый вопрос. Давайте его выведем, чтобы он был на экране. How do you see our planet in 10 years, да? Ответ. I think that in 10 years time people will study to make robots and flying cars and discover new energy sources. Я думаю, что через 10 лет люди научатся делать роботов, летающие машины, и откроют новые источники энергии. Окей, ну поживем, увидим, правильно ли я думаю. Well, если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.